Приветствую всех любителей бисероплетения. Сегодня снова с вами Ольга Кажакару. И сегодня мы с вами будем делать новенький жгутик. Я его использовала здесь в качестве вот браслетика. Ну, его вполне возможно использовать как жгут на шею. Он получается достаточно мягкий. Как видите, я его могу сложить вот без труда. И без каких-то вот деформаций он может слаживаться, он может принимать любую форму. То есть, видите, он провисает хорошо, так что он на шее будет выглядеть, даже если он будет длинный, он будет выглядеть неплохо. Можно будет, я думаю, к нему подвешивать что-то, какие-то кулончики, какие-то подвесочки, но это уже вам выбирать. А я вот сделала его в качестве браслетика, и сегодня я вам покажу, как я его делаю. Что нам понадобится для того, чтобы вот сделать такой жгутик? Я взяла три разных бисера. Это у меня бисер Тоха в 11 размере. Вот мы возьмем немножечко, потому что я буду делать небольшой кусочек, чтобы вы поняли просто. Я взяла Тоха в 8 размере. Нет, это чешский бисер. Это чешский бисер в 8 размере. Еще один чешский бисер в 8 размере. Как основа для жгута у нас идет супердуо. Немножко супердуо надо. Значит, у меня для этого жгутика на мою руку в 17 сантиметров ушло 48 вот таких вот бусинок супердуо. Ну, естественно, уже из, в зависимости от этого расходуется и бисер. Вот так он выглядит на руке. Так, плести мы будем леской. В этот раз этот жгут от лески не становится жестким. То есть увеличивает, конечно, прочность леска, но на его жесткость не влияет. Такое плетение у нас получается. Я приготовила уже иголочку с леской, и мы начнем. Я возьму одну бисеринку. Если вы будете плести такой жгутик, вы можете сразу, в принципе, пришивать застежку. Вот в этом месте я сейчас беру бисеринку и делаю ее стопорной, но вот в моем жгутике я сразу сделала колечко из 4 бисеринок и пришила застежечку мою. Затем вышла в центр между бисеринками двумя. И начинаю уже плетение. Каким образом? Вот после того, когда я вышла в бисеринку, я набираю супердуо. И располагаю его таким образом, чтобы вот супердуо у меня находилось. Я выходила из супердуо слева направо. И я набираю бисеринка 11 размера Тохо. И затем 3 бисеринки 8 размера, снова бисеринка 11 размера. И смотрите, я захожу, я делаю виток на моем супердуо, вышла отсюда, а захожу вот таким образом. То есть тоже в ту же сторону выхожу, но уже в верхнюю дырочку. Мы делаем вот такой виточек на нашей бусине супердуо. То есть я вот таким образом вот обвила мою бусину супердуо. И теперь я делаю тот же набор, но перед этим набором я обязательно набираю бусину супердуо. Опс. Набираю бусину супердуо.
подтянула ее и опять располагаю таким образом, чтобы она стала вот как и предыдущая. Снова набираю такой же набор. 11 размер, 3 бусины 8 размера, опять 11 размер. Так, это бисеринка какая-то другая попала. Вот 11 размер. И снова обвиваем наше супердуо. В этом жгутике самое неудобное это плести вот первые 3-4 вот этих виточка. Но затем у вас все будет хорошо получаться, потому что удобно уже будет держать. Я подтягиваю вот таким образом. Просто, вот видите, держу все мои бусины между пальцами и подтягиваю хорошо леску. Снова супердуо. Укладываем как положено. И опять делаем наш набор. И обвиваем опять держу между пальцами все и подтягиваю вот таким образом. Ну, еще одну бусину я уложу, и затем я проплету за экраном несколько вот еще бусин, чтобы подлиннее немножечко был мой жгутик. И опять такой же набор. И подтягиваем хорошо. Вот что у нас получается, видите? Вот. Но я сейчас проплету еще немножечко дальше, и вы увидите еще одну сторону этого жгута. Вот я уже проплела вот такой кусочек. Я хочу показать вам еще вот насколько легко его плести, когда уже есть небольшой кусочек. Вот я просто держу в руках. Набираем одну супердуо. Наш набор. И просто затягиваем. Все у вас будет ложиться так, как должно ложиться. И вот то, что у вас будет получаться, вполне возможно использовать уже как жгут. То есть вот в таком виде. Вот видите, вот такой как гусеничка он получается. Жгутик. Это его сторона со стороны супердуо. И вот вторая сторона вот такая. Я могу предложить вот такой жгут попробовать вместо вот этих трех крупных бисерин набирать граненую бусину. Можно, ну, я не знаю, какие-то разного цвета бусинки набирать в каком-то порядке, какой вы для себя выберете. Ну, вот я все-таки не остановилась вот на этом и решила этот жгут увеличить в объеме. Поэтому после того, когда я сплела жгут необходимой длины, но вот мне, в принципе, нравится жгут и вот в таком виде. Он тоже в конце будет перекручиваться по спирали, когда вы закончите, и вы увидите, что у вас будет просматриваться тогда вот часть вот именно с бисером, а часть с супердуо,
Как видите, вот эта сторона тоже выглядит очень хорошо. Хочу сразу сказать, что с твином такой жгут не получится, такой вид. Это нужно супердуо конкретно, потому что вот оно укладывается из-за своей формы, вот так друг к другу хорошо прилегает. После того, когда я закончу одну сторону, я, видите, я вышла в эту бусину, я набираю следующий набор. Одну мелкую, три бисерины другого цвета. Вышли отсюда. И я захожу, смотрите, пропускаю одну бусину. Захожу в третью бусину и вот две дырочки сразу. Вот таким образом. Подтянули. Снова набираю мелкое, три крупные, одна мелкая. Пропускаю. Вот я вышла здесь. Пропускаю одну, захожу в следующую. И опять у меня получается, я выхожу. Вот таким образом. Опять подтягиваем хорошо. И продолжаем плести таким образом. Одну пропускаем, заходим в следующую. И хорошо подтягиваем. То есть этот жгут может сделать совершенно легко любой начинающий бисероплетельщик. И, ну, возможно, он чем-то напоминает американский жгут, но все-таки это другой жгут. Все-таки этот жгут другой. И здесь сильно много, вот, то есть запутаться в этом жгутике, ну, невозможно. И очень много разных можно цветовых решений придумать, заменять некоторые бисеринки бусинками, жемчужинками. Ну, вы попробуйте, то, конечно, жемчужинки должны быть мелкими. И я думаю, что вот в этой технике можно придумать различные варианты. Я вам показала то, что я сделала. Можете либо повторить то, что у меня, либо попробовать придумать что-то свое конкретное. А я считаю, что мы на этом можем закончить с вами наш урок. Вот видите, что получается? Сейчас я доплету и покажу еще раз вам. Ну, вот так выглядит то, что мы сейчас с вами делали. И он, вот как видите, он очень мягкий. Он очень мягкий, очень подвижный. И мне, например, этот жгутик нравится. Он симпатичный получается и такой вот интересный. Итак, я считаю, что на этом наш урок можно закончить. Если вам понравилось то, что мы с вами делали, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые мастер-классы.